Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада вас видеть у экранов компьютеров. Мы продолжаем наше занятие. Сегодня у нас занятие по мерцательной аритмии. Ну, мерцательная аритмия, наверное, это очень распространенная патология. И каждый из вас, кем бы он ни работал, кардиологом, терапевтом, встречается с мерцательной аритмией. Она бывает и у более молодых пациентов, и уже возрастных пациентов. Но если мы будем говорить о распределении аритмии по частоте их встречаемости, то все-таки 80% аритмии – это желудочковая аритмия, то, о чем мы говорили на предыдущем занятии, это желудочковая экстрасистолия. Она встречается где-то в 80% случаев. А в 20% случаев встречается мерцательная аритмия. Это состояние, когда возбуждение по предсердиям идет не так, как ему положено, то есть предсердия не сокращаются одновременно, а каждое отдельное волокно предсердий сокращается, и этим способствует тому, чтобы кровь из предсердий переливалась в желудочко. Происходит множественное реэнтри, то есть такое множественное возбуждение каждого отдельного волокна, и только тогда кровь переходит из предсердий в желудочки, потом возбуждается уже атриовентрикулярный узел, и потом идет возбуждение желудочков и сокращение желудочков. Итак, мерцательная аритмия. Ну, вот перед вами рисунки, как проходит возбуждение в норме из синоатриального узла по предсердиям. И тогда мы с вами видим наш любимый зубец П. Он присутствует при нормальном синусовом ритме. И вот так выглядит картинка фибрилляции предсердий, когда зубца П нету, а есть такая сплошная пила. Каждое отдельное волокно сокращается отдельно. Вот. И естественно, что уже четкого синусового ритма нет. И ритм, расстояние между РР, они все время меняются. И, собственно, это и называется мерцательной аритмией. Какие же причины развития аритмии? Нарушение нормальной работы проводящей системы сердца в связи с ее старением по самым разным причинам. Причины могут быть нейрогормональные, изменение электролитного баланса, механический рубец от инфаркта, гемодинамический. Это может быть влияние лекарств, и это может быть связано с ишемией миокарда. О диагностической значимости мерцательной аритмии говорили уже по фрименгенскому исследованию. Помните, с этой лекции о фрименгенском исследовании мы вообще начинали цикл. Это исследование, которое выявляло факторы риска по увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И один из них, мерцательная аритмия, в 1978 году была выявлена связь между риском развития инсульта и мерцательной аритмией. Ну, потому что мерцательная аритмия, вот эти вот колебания, да, неправильные колебания каждого отдельного мышечного волокна предсердий приводят к турбулентному току крови, к образованию тромбов. Тромбы, соответственно, потом из желудочковых вылетают в различные отделы нашего организма. И, конечно, состояние мерцательной аритмии опасно прежде всего тем, что оно вызывает очень высокий риск тромбообразования и, соответственно, инсультов. Трепетание предсердий – это один из вариантов мерцательной аритмии. И тогда на ЭКГ мы видим частые до 200-400 в минуту регулярные, похожие друг на друга предсердные волны F. Такая пила. Но очень четкая. То есть она прям считается. Имеющих характерную пилообразную форму. В большинстве случаев правильный регулярный желудочковый ритм с одинаковыми интервалами FF, за исключением случаев изменения степени блокады. Наличие нормальных неизмененных желудочковых комплексов, каждому из которых предшествует определенное число предсердных волн. Ну вот так это выглядит на электрокардиограмме. Здесь вы видите прям четко три волны F, раз, два, три, потом желудочковый комплекс. Три волны F, желудочковый комплекс. И расстояние RR, они одинаковые, потому что очень четкий ритм. Вот эти волны F, что это такое? Это когда части вот этих отдельных мышечных волокон предсердий объединяются в группы. Несколько этих групп сокращаются с определенной очередностью. И вот возникают эти совершенно четкие волны.
Раз, два, три. Дальше пошел желудочковый импульс. Мерцание предсердия или фибрилляция предсердия. Это уже состояние, когда сокращение не имеет вот этой регулярности. То есть нет какого-то объединения, каждое мышечное волокно, оно совершенно самостоятельно сокращается. И вот вы видите на электрокардиограмме неправильную пилу, там две волны, там пять волн, тут вообще непонятно, что. Вот состояние, когда нельзя выделить четкий ритм, оно и называется мерцание или фибрилляция предсердий. Характеризуется отсутствием во всех ЭКГ-отведениях зубца П. Наличие на протяжении всего сердечного цикла беспорядочных волн F. Беспорядочных, вот очень важный такой показатель, имеющих различную форму и амплитуду. Волны F лучше регистрируются в отведениях V1, V2, 2, 3 АВФ. Нерегулярность желудочковых комплексов. Неправильный ритм. Комплексы КВРС, кстати, неправильный ритм мы с вами диагностируем не только по ЭКГ. Когда мы определяем пульс, мы же определяем и ритм. Вот неправильный ритм, это уже неправильная частота сердечных сокращений. По пульсу это первое, что настораживает врача, что у пациента уже мерцательная аритмия. То есть не обязательно снимать ЭКГ для того, чтобы поставить этот диагноз. Комплексы КВРС имеют в большинстве случаев нормальный неизмененный вид в виде деформации и уширения. То есть нормальные комплексы, потому что по АВС-соединению как бы возбуждение происходит нормально. Кстати, помните с пропедевтики, я сейчас подумала о том, что мы определяем пульс, но во всяком случае меня в институте учили, что нужно обязательно, если мы поймали неправильный ритм по пульсу, вот, то нужно обязательно послушать сердце и еще услышать дефицит. То есть не каждое сокращение сердца переводится, проводится на руку. Да? То есть еще и дефицит пульса посчитать. Вот, видите, как много вещей мы можем диагностировать, даже не открывая, не проводя никаких исследований. Ну вот перед вами еще одна электрокардиограмма в 12 отведениях. Вот отдельно выделены волны FF. Вот, и вы видите, что совершенно четко видна нерегулярность желудочковых сокращений. Прексердная пароксизмальная тахикардия. Это тоже состояние, которое описывается по электрокардиограмме. Вот, это внезапно начинающийся и также внезапно заканчивающийся приступ учащения сердечных сокращений до 140-250 в минуту при сохранении правильного ритма. Сниженный деформированный двухфазный или отрицательный зубец П. Тут все-таки есть зубец П. Перед каждым желудочковым комплексом. Нормальные неизмененные желудочковые комплексы, похожие на КВРС, регистрируются до возникновения приступа пароксизмальной тахикардии. Вот перед вами ЭКГ, на которой вы видите начало приступа пароксизмальной тахикардии. При этом состоянии предсердия у нас сокращаются нормально, но просто очень часто. Вот тоже вот один из вариантов предсердия. Это еще одно нарушение ритма, связанное с предсердиями. Это пароксизмальная тахикардия, но уже не из предсердий, а из атриовентрикулярного соединения. И здесь ритм диктует атриовентрикулярный узел. Это внезапно начинающийся и также внезапно заканчивающийся приступ. Учащение сердечных сокращений до 140-220 в минуту при сохранении правильного ритма. Ну, виден в отведениях 2-3 АВФ в виде отрицательных зубцов П, потому что ритм диктует атриовентрикулярный узел, он у нас в середке находится, и импульс идет и как бы обратно. Почему П у нас становится отрицательным? Потому что в предсердиях импульс идет в другую сторону, снизу вверх, и одновременно в этот же момент идет импульс вниз на желудочке. И вот таким образом у нас получается, что у нас отрицательный зубец П, вот, кстати, посмотрите опять стрелочками, он выделен на электрокардиограмме. Вот он там в разных местах, вот эти Пшечки. Вот почему врачи функциональной диагностики очень любят эти П? Очень много информации от того, как расположен, где вот этот вот маленький, да, неприметный зубец П. Вот. Ну и комплексы КВРС, они будут нормальными, потому что
они в сокращении желудочка формируются как положено в норме, да, трехвентрикулярного узла. Ну вот все, что я сказала, в качестве примера вы видите на этой электрокардиограмме. Небольшой, но очень важный кусочек. Европейские рекомендации 2020 года по лечению мерцательных аритмий. Они делятся, ну, в Европе любят все упрощать. Поэтому здесь принцип А, Б, С. А – это антикоагулянты. Для чего? Ну, помните, мы уже упомянули, что очень высокий риск инсульта. Фрейдингемское исследование сказало, что при мерцательной аритмии очень высокий риск инсульта. Значит, антикоагулянты для профилактики тромбозов. Б. Большой контроль симптомов. Ну, лечим то, что болит. И С. Это лечение сопутствующих заболеваний. Вот три таких фундаментальных направления, по которым лечат мерцательную аритмию. Начнем с последнего. Лечение сопутствующих заболеваний. С. Ну, я специально начала, потому что если говорить об этом пункте С подробно, то я должна вам рассказать всю кардиологию от начала до конца. Это при том, что мы с вами уже вот целый семестр изучаем практически только артериальную гипертонию. Вот сейчас взяли ЭКГ и чуть-чуть взяли аритмии. Вот. Но это только часть кардиологии. Есть еще ишемическая болезнь сердца, есть еще гиперхолестеринемия. Есть еще очень много чего. И вот это много чего вы видите, собственно, на экране. Значит, лечение сопутствующих заболеваний – это лечение пороков сердца, гипертонии, диабета, ХБН, ХСН, ИВС, клинического атеросклероза, ну и так далее. Вот все вот это вот и все факторы риска, которые ведут к развитию всех этих заболеваний, плюс раса, мужской пол, генетика и общее старение организма. Вот все это приводит к фибрилляции предсердий. И все это нужно контролировать для того, чтобы их не было. Какова же тактика лечения сердечной недостаточности, если в основе желудочковых аритмий лежит именно хроническая сердечная недостаточность? Ну, вы знаете, что у нас в России есть общество по изучению сердечной недостаточности. Такие же общества есть и в Европе. И не отдельно обсуждают все современные методы, которые применяются при лечении сердечной недостаточности, и в том числе приводящие к желудочковым аритмии. Итак, какие группы препаратов? АРНИ или ингибитор АПФ или АРА. Любим эти группы, обожаем, применяем при артериальной гипертонии, их же применяем при сердечной недостаточности. Бета-блокаторы или ивабрадин. Тоже мы с вами говорили, что бета-блокаторы очень хорошая группа для лечения желудочковых аритмий. И, собственно, единственная рекомендованная. И эта же группа применяется для профилактики развития сердечной недостаточности. И эта же группа применяется и в качестве основных при сочетании артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. Любим эту группу. Бета-блокаторы. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Тоже мы с вами говорили, что эта группа официально рекомендована при лечении желудочковых аритмий как при сердечной недостаточности, так и в других состояниях. Это препараты спиронолактон и эпилоринон. Если QRS у нас более 120 миллисекунд, то тогда рекомендованы дефибрилляторы различные, постановка мини-дефибрилляторов на постоянной основе. И если QRS менее 120 секунд, то тогда применяются сердечные гликозиды, искусственный левый желудочек или трансплантация сердца. Вот основные принципы, такие принципиальными большими очень мазками, лечение желудочковых аритмий, если в основе лежит сердечная недостаточность. Значит, по рекомендациям 2020 года пациенты с сердечной недостаточной и низкой фракцией выброса и желудочковыми нарушениями ритма рекомендуется оптимизация доз ингибиторов АПФ или ары, или валсартан, сикубитрил, бета-блокаторов, антагонистов альтостерона с целью снижения риска внезапной смертности. То есть то, что мы сейчас с вами проговорили, все это еще и подтверждено исследованиями, которые направлены на снижение сердечно-сосудистой смертности. Бета-блокаторы при сердечной недостаточности и мерцательной аритмии.
применяются у всех больных с сердечной недостаточностью 2-4 функционального класса и фракции выброса менее 40% для снижения риска смерти и повторной госпитализации. Бета-блокаторы уменьшают частоту желудочковых аритмий, доказано. Бета-блокаторы оказывают антифибрилляторное действие, что снижает риск внезапной смерти, доказано. Их собственная антиритмическая активность невысока, но они доказано снижают риск смерти на 34% и риск внезапной смерти на 44%. Вот смысл применения бета-блокаторов при этих состояниях. Ну, перед вами очень подробная таблица, собственно, из клинических рекомендаций, алгоритм лечения сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса. Основные моменты этой таблицы мы с вами уже рассмотрели. Ну, бесполезно сейчас мне вот это все зачитывать, все равно как бы сразу с листа все это усвоить просто очень сложно. Вот, просто распечатайте для себя этот слайд и еще раз как бы сравните ваши знания с тем, что официально рекомендовано обществом специалистов по сердечной недостаточности. Пункт Б. Контроль симптомов. Ну, самый частый симптом – это тахикардия. Вот. И для урежения частоты сердечных сокращений при мерцательной аритмии и коррекции сердечной недостаточности в качестве средств первой линии показаны сердечные гликозиды. Да, здесь сразу скажу, что сердечные гликозиды в низких дозах – до 0,25 мг в сутки. Просто сердечные гликозиды – это та группа лекарств, которые лично у меня вот связаны с каким-то эволюцией медицины. Потому что сердечные гликозиды применялись очень давно. Но мы сейчас из телевизора знаем, что ими можно там кого-то отравить и привести к остановке сердца, и это правда. Вот. Но сначала сердечные гликозиды применялись для того, чтобы вызывать рвоту. Хотя, когда я училась в институте, все великолепно знали, что если ты дал сердечные гликозиды в такой дозировке, что у пациента пошла рвота, ты передозировал. Это побочный эффект сердечных гликозидов. Передозировка. Ну так вот, сначала сердечные гликозиды применялись для того, чтобы вызывать рвоту. То есть практически со своим побочным эффектом. Потом выяснили, что сердечные гликозиды увеличивают сердечный выброс. И как говорил профессор Мареев, их применяли при сердечной недостаточности, но это было похоже, что мы загоняем дохлую лошадь. Да? То есть когда мы заставляем сердце еще сильнее биться, оно не может, у него уже сил нету, но мы даем сердечные гликозиды, и они и заставляют это сердце сокращаться из последних сил. И вот мы эту лошадь, значит, загоняем. Помните, там была целая схема, сердечные гликозиды нужно было доводить до определенного уровня насыщения, поддерживать эту дозировку, чтобы сердце это сокращалось. Мы с вами все учили признаки электрокардиограммы перепередозировки сердечных гликозидов, потому что, ну да, такое случалось. Вот. Сейчас уже с этой целью сердечных гликозидов никто не применяет, но они нашли свое место. Вот вы видите, они великолепно снижают частоту сердечных сокращений при мерцательной аритмии, но в низких дозировках. Вот такая вот эволюция этой группы препаратов от рвоты до снижения частоты сердечных сокращений при мерцательной аритмии. По европейским рекомендациям, дигоксин, это сердечный гликозид, должен рассматриваться как средство первой линии для контроля частоты сердечных сокращений у больных с постоянной формой фибрилляции предсердия. Здесь я позволила себе дать вам классификацию антиаритмиков, так как нас когда-то учили. Первая группа хинидин, вторая группа бета-блокаторы, третья группа амиодаром, четвертая группа антагонисты кальция. Вот перед вами табличка, на которой совершенно четко показано, что первая и четвертая группа с точки зрения антиаритмического действия, они увеличивают риск смерти. То есть первая и четвертая группа не применяются вообще. Значит, про бета-блокаторы мы сказали, применяются, но не с антиаритмическим эффектом, а для продолжения жизни. И единственный препарат, у которого остались антиаритмические свойства и который все-таки разрешен к применению, это третья группа препарат амиодаром. И он, как вы видите, все-таки уменьшает риск смерти. Итак, по российским рекомендациям 2018 года лечение требует
только опасные для жизни нарушения ритма. Антиаритмики 1 и 4 класса противопоказаны. Вспоминаем. Во всех случаях показаны бета-блокаторы, обладающие антифибрилляторным действием и снижающие риск внезапной смерти. При неэффективности антиаритмического действия бета-блокаторов показано примирение амиодарона. Вот оно, место амиодарона в лечении. При неэффективности антиаритмического действия бета-блокаторов. Если кардарон противопоказан, то назначается сатралол. Сочетание амиодарона и бета-блокатора признано рациональным. Наиболее оправданным методом профилактики внезапной смерти у больных с аритмиями является постановка искусственного кардиодефибриллятора. Лучше кардиодефибриллятор, чем любая терапия. Антикоагулянты. Ну, тоже очень большая тема. И при назначении антикоагулянтов прежде всего нужно думать о том, чтобы назначение этих препаратов не привело к какому-либо кровотечению. И для этого существует шкала риска кровотечений, Hasbled. Ну, вы видите пункты, они перечислены. И если мы имеем более 3 пунктов из вот этой таблицы, а это высокое давление, повышение МНО, применение других лекарств, чрезмерное потребление алкоголя, снижение функции почек, печени, возраст более 65 лет, кровотечение в анамнезе, инсульт в анамнезе. То есть, если мы имеем 3 пункта из вот этих всех перечисленных, то это большой риск кровотечений, и от назначения антикоагулянтов, наверное, следует отказаться. Шкала для оценки риска инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердия. Везде присутствует возраст, и вот это вот можно или нельзя. Сейчас, кстати, вот в связи с тем, что при ковиде антикоагулянты очень широко применяются. Вот эти ограничения возрастные, они уже как-то уходят на второй план, потому что, конечно, ну, не хочется вызывать кровотечений, да, и действительно в стационарах ежедневно контролируются все показатели, антикоагуляционные показатели, чтобы не вызвать кровотечение при применении антикоагулянтов, но уже на возраст сейчас никто не смотрит. Европейские рекомендации по лечению мерцательной аритмии. Давайте начнем с тех пунктов, которые отмечены 1А. То есть это абсолютно точно надо применять, и это доказано. Итак, для профилактики инсульта при фибрилляции предсердия назначаются непрямые оральные антикоагулянты, исключая больных с механическими протезами клапанов и средним и тяжелым митральным стенозом. Это единственное исключение. Митральный стеноз тогда не надо. Тогда назначаем аспирин. Во всех других случаях непрямые оральные антикоагулянты. Для определения риска инсульта рекомендуется использовать клиническую шкалу, которую мы с вами только что рассмотрели, для выявления пациентов с риском и кому нельзя назначать антитромботическую терапию. И для определения риска кровотечений рекомендуется формализованная оценка модифицируемых и немодифицируемых факторов риска у всех пациентов с фибрилляцией предсердия для выявления потенциально опасных больных, которым требуется более тщательный контроль. Из этого сделаем вывод, что показаны только непрямые оральные антикоагулянты с учетом шкалы риска кровотечений. Но вот эта часть таблицы, она относится к другим антикоагулянтам, видам, в том числе антагонистам витамина К или варфарин, который применяется в нашей стране. Итак, если используются антагонисты к витамину К, то рекомендуется поддержание целевого МНО 2-3. Это очень важный показатель, потому что если вы не контролируете МНО при назначении варфарина, то риски кровотечений достаточно высоки. У больных на варфарине с низким контролем целевого МНО рекомендуется или перевод на непрямые антикоагулянты при уверенности в хорошей приверженности сохранения терапии и попытки улучшения контроля. Вот. Особо хочу обратить ваше внимание на последние строчки, которые относятся к категории 3. То есть это не рекомендовано. Не надо это назначать пациентам. Так вот, не рекомендовано лечение только антикоагулянтами, монотерапия аспирином или его комбинация с клопидогрелем.
не рекомендовано при мерцательной аритмии. Ну, дальше в европейских рекомендациях пишется, что для определения риска кровотечения рекомендуется формализованная оценка модифицированных и немодифицированных факторов риска у пациентов с фибрилляцией предсердий. И у больных, которые находятся на варфарине, их нужно переводить или на непрямые антикоагулянты, или усиливать контроль. Также мне хотелось бы отдельно выделить европейские рекомендации по снижению риска сердечно-сосудистых осложнений при ишемических болезнях сердца. Потому что в этих рекомендациях тоже существует графа, которая называется антитропотические средства при хронической коронарной болезни с синусовым ритмом. Обращаю ваше внимание, что это уже совершенно другое состояние, когда у нас не фибрилляция предсердия, а синусовый ритм, то есть риска вот этого образования тромба гораздо меньше, но при этом у человека есть коронарная болезнь сердца. И вот в этих ситуациях рекомендован аспирин 75-100 мг для больных, перенесших острый инфаркт миокарда или ревоскуляризацию. То есть единственное место, где применяется сейчас аспирин, вот, это состояние больных после перенесенного острого инфаркта миокарда или ревоскуляризации. Клопидогрель рекомендован в качестве альтернативы аспирину, если при его толерантности. То есть у клопидогреля сейчас очень маленькая ниша применения. Клопидогрель может быть предпочтительнее аспирина у симптомных и бессимптомных больных с наличием периферического атеросклероза и наличием ишемического инсульта в анамнезе. Добавление второго антитромботического препарата плюс к аспирину должно быть предусмотрено для высокого сердечно-сосудистого риска при отсутствии высокого риска кровотечения. Параллельно с использованием ингибиторов проктопомпы рекомендовано больным, принимающим аспирины и другие антикоагулянты при наличии высокого риска желудочно-кишечных кровотечений. Итак, наше обсуждение лечения мерцательной аритмии я хотела бы завершить, чтобы у вас в голове вот остался этот сухой остаток. Значит, при мерцательной аритмии не рекомендованы ни аспирин, ни клопидогрель. Они применяются, но при других состояниях, при синусовом ритме, при ишемической болезни сердца. И это другое. А при мерцательной аритмии вы, доктора, должны обязательно назначать и непрямые оральные антикоагулянты. Это все воксабаны, ривоксабан и так далее. Или варфарин. Если вы назначаете варфарин, то вы должны обязательно контролировать уровень МНО для того, чтобы предотвратить риск кровотечения. Но, кстати, если вы назначаете непрямые оральные антикоагулянты, то вы тоже должны контролировать антикоагулянтные показатели, но не так часто, как при назначении варфарина. Но контроль тоже должен осуществляться. Значит, а аспирин и клопидогрель мы оставляем для людей с синусовым ритмом и то после перенесенного инфаркта миокарда. Вот это вот принципиальные вещи, которые я хотела, чтобы вы запомнили из этой лекции. Ну, а как диагностировать мерцательную аритмию, я думаю, что в этом мы уже с вами разобрались. Спасибо вам большое за внимание. Я жду ваши вопросы. Здравствуйте, уважаемые друзья! Ну, мы с вами все теоретизируем, хотя много достаточно примеров. Вот, но мне хотелось бы с вами разобрать на этом занятии клинический пример с использованием тех знаний, которые мы получили на предыдущих уроках. Ну, для того, чтобы не быть первопроходцами, да, и не придумывать велосипед, я позволила себе воспользоваться информацией, которая вывешена на сайте Европейского общества кардиологов, вот, где профессор Изабелла Судана опубликовала вот текущий клинический случай. И сегодня мы с вами разберем этот случай так, как его разбирают европейские специалисты, с учетом тех знаний, которые мы с вами получили. Итак, женщина 60 лет. Диагноз: артериальная гипертония.
53 лет, то есть в течение последних 7 лет, повышенные цифры артериального давления. 2 года назад и в этом текущем году перенесла инсульт. Второй инсульт был геморрагический справа. На данный момент у нее тремор, который начался через несколько месяцев после первого ишемического инсульта. Кроме того, у женщины еще есть сахарный диабет с 55 лет и с полинефропатией и полинейропатией. Вот такой вот букетик, хотя женщине всего 60 лет. Живет с мужем, имеет 2 дочерей, работала в банке до 2-го инсульта. Измеряет свое давление, когда чувствует, что оно повышенное, что оно выше, чем 160 на 90 миллиметров дутного столба. Или начинается головокружение, когда она быстро встает или стоит длительно, или после приема нифедипина. Тремор, головокружение, неустойчивость походки приводят к ее депрессии, поскольку она не может работать так, как работала раньше. Сон нарушен, и она чувствует усталость в течение всего рабочего дня. Осмотр. Рост 169, вес 73, индекс массы тела 25,5 кг на метр квадратный, талия 8,6 см. Вполне-таки хорошая женщина средней комплекции. Офисное измерение артериального давления, автоматическое в положении сидя, 149 на 70, второе измерение 142 на 66. Через 5 минут офисное измерение АД, автоматическое в положении сидя, уже 102 на 58 мм тутного столба, и следующее, второе измерение 104 на 54 мм тутного столба. Частота сердечных сокращений 68. АД аускультативная, не автоматическая. Стоя, первая минута 85 на 50 при ЧСС 72, и на третьей минуте 83 на 54 ЧСС 73. При этом у нее началось легкое головокружение. При неврологическом осмотре тремор обоих рук больше справа, когнитивных изменений нет, после отдыха симптомы исчезли. Электрокардиограмма. Ну, мы с вами подробно разобрали электрокардиограмму. Итак, R1 больше, R2 больше, R3. Отклонение электрической оси сердца влево. Признаков нарушений ритма и блокад я не вижу. Хорошенькие зубцы и Р, и Т, и С в грудных отведениях. То есть особых проблем с сердцем нет. Данные эхо-КГ, но вы видите их на экране. Сердце нормальных размеров, не гипертрофированный левый желудочек с нормальной фракцией выброса. Зон гиподинамии нет. Ну и показатели по диастолической дисфункции и по клапанам и так далее. В общем, ничего такого сверхъестественного тут нет. Терапия, которая назначена пациентке, на которой она уже пришла к нам. Да? Периндоприл, амлодипин, индопамид. Я прошу вас еще обратить внимание, посмотрите, какая удобная запись. Комбинированный препарат из периндоприла, амлодипина и индопамида назначается утром 1 таблетка. В обед и в ужин стоят нули. 1-0-0. И сразу понятно, что это 1 таблетка утром. Вот. Доксазозин, видите, 0,01. 1 таблетка назначается на ночь. Нифедипин 20 мг, если артериальное давление более 170 мм тутного столба. Сейчас мы с вами подробно вот эти назначения обсудим. Кроме того, назначен аторвастатин, видите, тоже на ночь 0,01. И метформин с ситагликтином по 1 таблетке утром и вечером. 1-0-1. Итак, давайте обсудим гипотензивную терапию. Начало лечения сразу с фиксированной комбинацией. Если артериальное давление выше 150, у нее выше 150, и российские рекомендации нам говорят, что в этой ситуации мы имеем полное право назначать сразу комбинированную терапию. При резистентной терапии, гипертонии добавляются низкие дозы спиронолактона или других мочегонов или гипотензивных из дополнительных групп. Это при резистентной. Что сделано здесь? Здесь назначена комбинированная терапия с утра. Периндоприл – это у нас ингибитор АПФ, амлодипин, антагонист кальция, индопамид мочегонная. 3 основные группы препаратов, использованные
в одном препарате, это всего лишь одна таблетка, назначена с утра. Отлично. Дополнительные группы препаратов, к ним относится доксазазин, он назначается по российским рекомендациям при резистентной гипертонии. Здесь врач оценил состояние больной как резистентную гипертонию и назначил ей дополнительный препарат еще на ночь. В принципе, все соответствует российским рекомендациям. Нифедипин 20 мг взят как дополнительный препарат, который рекомендован пациентке, если у нее даже на фоне вот такого, в общем-то, очень массивного лечения все равно повышается артериальное давление. Вот здесь возникает некоторый вопрос, потому что пациентка получает амлодипин, который тоже относится к группе антагонистов кальция, но это несколько другой препарат. И к этому препарату еще добавляется дополнительный антагонист кальция, но почему-то в другой форме, да, там амлодипин, а тут нифедипин. Мне кажется, что назначение нифедипина в данной ситуации не оправдано. Нужно было или здесь назначать нифедипин, или здесь амлодипин, хотя он короткого действия. Дальше. Аторвастатин 20 мг. Ну, аторвастатин – это препарат, который относится к группе статинов. 20 мг – это стандартная дозировка. У нас, правда, нет информации о том, какой уровень холестерина у нее, но учитывая, что пациентка уже перенесла 2 инсульта, статины ей однозначно показаны, назначение оправдано. Единственное, что мы имеем с вами в виду, что аторвастатин влияет на функцию печени, и это является его побочным эффектом. Да, кроме того, пациентке назначили метформин и ситагрептин. Давайте рассмотрим, что это за группа. Итак, мы с вами достаточно подробно разбирали сахарный диабет, и мы знаем, что метформин – это препарат из группы бигуанидинов. Вот, он снижает концентрацию глюкозы в крови путем угнетения образования глюкозы в печени. То есть тоже после статинов тоже действует на уровне печени, тоже как бы дополнительная нагрузка на печень. Следующий препарат – глептин. Глептины – препараты, значит, которые не рекомендованы больным сахарным диабетом и высоким риском развития сердечной недостаточности. Но в данном случае у нас разговор о сердечной недостаточности не идет. Вот. Единственное, что мы имеем в виду, что эта группа увеличивает чувствительность клеток поджелудочной железы к действию инсулина и производит глюкозозависимую стимуляцию секреции инсулина и снижает продукцию глюкозы печенью. То есть у нас три группы препаратов, которые действуют на уровне печени. Ну, в общем, нагрузка на печень достаточно высокая. Ну, это мы с вами обсудили назначенную терапию. Вот вопросы, которые лично у меня вот вызвали, это одновременное назначение амлодипина и нифедипина. Вот. Ну и, наверное, я соглашусь с назначением вот этих препаратов, просто имею в виду, что у данной пациентки достаточно большая нагрузка получилась на печень, потому что три препарата из трех назначенных, в общем, все они действуют на уровне печени. Мы сейчас рассмотрели саму пациентку, вот, но ее-то основная жалоба связана с тем, что у нее головокружение, которое вызывает неустойчивость походки. Ее шатает она из-за того, что она не может нормально двигаться, она не может выполнять домашнюю работу. Вот, это снижает качество ее жизни и вызывает у нее депрессию. То есть она уже считает себя никому не нужной, непонятной и так далее. И это основная жалоба пациентки, да, вот связана с тем, что как бы качество ее жизни очень резко снизилось. Вот теперь я предлагаю вам подумать, да, что является причиной с такого снижения качества жизни. Возраст, ортостатическая гипертония, сахарный диабет, полиморбидность, депрессия и инвалидность. Какая из этих причин? Ну, давайте порассуждаем вместе. Да? Ну, каждый из вас сейчас что-то выбрал. Давайте порассуждаем. Ну, возраст. Ну, слушайте, ну, если каждая женщина в 60 лет, когда она приходила бы с шаткостью в походке, ну, наверное, нет. Наверное, это все-таки не отличительная черта возраста, да, вот эта шаткость в походке. Ортостатическая гипотония. Ну, может быть. Хотя
Мы же говорили о том, что она меряет давление, и у нее повышенные цифры давления. И в то же время ортостатическая гипотония, да, она может вызывать. Мы же когда мерили ей при осмотре давление, у нее давление стоя было очень низким. 100/50, вы помните? То есть, если у нее так резко меняется давление в положении сидя и стоя, то, конечно, ортостатическая гипотония может вызывать у нее вот эту шаткость походки, головокружение, все логично. Но тогда мы должны думать о том, чтобы снижать ей дозы гипотензивных средств. Значит, мы ей очень резко снизили давление. Надо подумать. Сахарный диабет. Может ли сахарный диабет сам по себе вызвать шаткость походки? Ну, если у нее... У нас были данные, что у нее полинейропатия. Но... То есть надо посмотреть выраженность полинейропатии. В принципе, да, может. Но если бы это была полинейропатия, вызванная сахарным диабетом, то шаткость походки сохранялась бы всегда. То есть не было эпизодичности вот этого явления. То есть она бы просто ей было бы тяжело ходить в связи с полинейропатией. Полиморбидность. Ну, наверное, да, тоже может. Можно говорить об этом, но тогда причина не становится более ясной, а наоборот размазывается по нескольким заболеваниям. Депрессия. Ну, тут поставили телегу впереди лошади, потому что у нее депрессия вследствие того, что она не может ничего делать, а не наоборот. Вот. Ну, и инвалидность – это тоже следствие, а не причина. Так вот мы с вами прошлись по предлагаемым нам вариантам. И я бы более подробно обсудила вопрос с ортостатической гипотонией, разобралась бы именно в этом направлении. Именно этим путем и пошли, собственно, в Европейском обществе кардиологов. И первый вопрос, который они задали пациенту, а как вы измеряете артериальное давление? Какими приборами? И вообще, сдаем ли мы себе отчет, как нужно измерять артериальное давление при ортостатической гипертонии? Дело в том, что автоматическое измерение артериального давления, к которому пришли все. Ну, сейчас же есть приборы на пальчик, на... И все вот эту кнопочку нажимают, так удобно, что-то он там меряет, что-то, это все хорошо. Так вот, пациенты с мышечным тремором, нарушением ритма, слабым пульсом, очень низким артериальным давлением при использовании автоматическим измерением могут получать ошибочный результат. А у нас пациентка с тремором, и порою очень низким артериальным давлением. Вот эта выписка – это выписка из европейских рекомендаций. То есть, когда мы говорим о том, что у пациентов нарушение ритма, только что мы с вами говорили, тремор или, возможно, вот эта ортостатическая гипотония, то есть просто гипотонические состояния, им нельзя мерить давление свое домашнее автоматическими приборами. Потому что они вносят очень большую ошибку и приводят к диагностически неверным выводам. Для этих пациентов существуют ртутные измерители артериального давления. Порассуждав о этой пациентке, ей были даны следующие рекомендации. Домашнее измерение АД только аускультативным методом. То есть не электронным, а именно аускультативным. Диета, психологическая поддержка, физические нагрузки, терапия. Ей была оставлена терапия комбинированным препаратом перидоприлом, лодипином, допамин. Одна таблетка с утра. Доксазозин был отменен как дополнительный. Поскольку ее гипертония не рассматривалась как резистентная, то доксазозин был отменен на ночь. И нифедипин, который у нас с вами вызвал сомнения, тоже был отменен в качестве препарата, который дополнительно снижает артериальное давление. Оставили аторвастатин как препарат, профилактирующий последующие инсульты. Был добавлен препарат примедон или мисолин. Это препарат противосудорожный с небольшим снотворным эффектом. То есть симптоматический препарат, который снимал вот этот возникающийся тремор. Ну и была оставлена терапия метформином и ситагликтином при сахарном диабете. Ну, я просто хочу сказать, что просто этот случай, он имеет некоторый срок давности.
Вот. И сейчас уже, конечно, при сахарном диабете есть более прогрессивные комбинации. Остался и на первом месте так и остается метформин, и здесь ничего не поменялось. Но вторым препаратом в данном случае мог бы быть назначен или препарат из группы селективных ингибиторов натриезависимого переносчика глюкозы, или агонист рецепторов глюкоподобного пептида 1. Это более соответствует вот современным рекомендациям при лечении сахарного диабета и заболеваний сердца и почек. А в данном случае у нас все-таки заболевание почек уже диагностировано. Вот поэтому здесь я бы, наверное, советовала вторым препаратом поставить селективные ингибиторы натриезависимого переносчика глюкозы второго типа. Вот те рекомендации были даны пациентке, и что дал повторный осмотр через 2 недели после смены терапии. Офисное артериальное давление покоя, сидя, 116/68. Второе измерение 114/64. При этом ЧСС 62 удара в минуту. Очень хорошие данные. Офисное давление стоя, 102/66 и 115/70 через 3 минуты. При ЧСС 74. Головокружения нет. Тремор уменьшился. Пациентка отметила улучшение качества жизни. Мнение пациентки, что ее состояние значительно улучшилось, она чувствует больше сил и может делать больший объем работы по дому. Симптомы депрессии минимизировались, улучшилось качество сна. Ортостатическая гипотония. В 30% ортостатическая гипотония встречается у людей старше 65 лет. Но именно в этом возрасте ее нужно дифференцировать с целым рядом других заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, болезнь Паркинсона, мультисистемная атрофия, деменция и нейропатия пожилых. Было показано, что ортостатическая гипертония сопровождается падениями, сердечно-сосудистыми событиями, сердечной недостаточностью, инсультами, снижением качества жизни и увеличением риска смертности у таких пациентов. Неустойчивость встречается в 18% людей старше 65 лет. Это состояние часто сочетается с полиморбидностью и политерапией. Неустойчивость должна всегда быть диагностирована и оценена у кардиологических пациентов. Это прогностически очень важно. Неустойчивость – это динамическое состояние. Она может потребовать пересмотра гипотензивной терапии у кардиологических больных. Такие выводы делает Европейское общество кардиологов, его профессора. А мы, заканчивая наш цикл, говорим о том, что если мы к каждому пациенту будем относиться вот так вот тщательно, внимательно разбирая его симптомы, то даже в ситуациях, когда в Европе лечили пациента с резистентной гипертонией, а оказалось, что у него ортостатическая гипотония, то есть наоборот, его вводили в состояние гипотонии, от которых у него ухудшалось состояние. То есть, понимаете, вот насколько надо внимательно почувствовать каждого пациента, чтобы наше лечение ему помогло, а не наоборот не вызвало отрицательные побочные эффекты и ухудшение его состояния. А то, что вот оно улучшится, наверное, это будет главным подарком нам, как результат нашей правильной, тщательной и очень грамотной работы. Успехов вам в работе! Я надеюсь, что эти лекции будут полезны вам, и какие-то ваши пациенты придут к вам с благодарностью. Спасибо, что ваши вопросы. До свидания.